Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 301. Закройте алфавит тетрадью и прочитайте его по памяти. Сейчас вы называете первую букву алфавита и слушаете мой ответ. Так продолжаем до конца алфавита. Начали. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И краткая, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ, твердый знак, И, мягкий знак, М, Ю, Я. В русском языке согласных 21, гласных 10. Гласных звуков меньше, чем букв. Согласных звуков больше. Гласные буквы А, Я, О, Ё, Э, Е, У, Ю, И. Твердые и мягкие знаки отличаются от остальных букв тем, что не имеют звуков. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.